Всем добрый день. Сегодня 5 февраля. У меня продолжается инкубация яиц Загорской и Лососевой из нашего Сергиево-Посадского генофонда. Сейчас я посмотрела яйцо. Еще у меня минус 2 яйца. Одно неоплод. Не знаю, как я его не заметила в прошлый раз. И одно яйцо получается где-то в середине инкубации перестало развиваться. Видно, что есть зародыш. Итак, у нас получается 41 яйцо у меня осталось. 9 яиц я отбраковала. Сейчас вот убавляю температуру. Этот инкубатор пищит, я его открывала. Сейчас он наберет температуру, которую я поставила. У меня буквально останется 2-3 дня до вылупа цыплят. Посмотрим, что будет дальше.